Здравствуйте, друзья! В этом видео я буду делать таежный топор. Так, валялся у меня вот такой вот старенький топорик. Вот он. Ходил я, спотыкался об него. Хотел уже выкинуть. И решил я его применить, данный топор, дать ему вторую жизнь. Я здесь уже нарисовал, как он будет. Видно, не видно? Так, вот обратите внимание. То есть вот такой вот полукруг. Вот, видно. Вот такой вот полукруг надо будет вырезать. И вот здесь две полосы отрезать. Либо сделать ровно, либо вот с маленьким, все-таки маленьким вот таким вот наклончиком. Я все-таки больше склоняюсь ко второму варианту. Хоть большинство, сколько я смотрел видео в интернете, почему-то все делают именно ровный. Данный экземпляр делаю первый раз, и самое главное, что я хочу оставить на этом старом топоре, вот это клеймо. Я это все вычищу, зашкурю. У меня же будет чисто как сувенир. Thank you.
Друзья, вот такой вот получился топорик. Так, вот у меня вот такой вот остался круг лепестковый, он уже израсходованный. И я вот специально хотел придать именно такие темные полосы, чтобы были, надо подшлифовывать, получается, вот начали появляться вот такие вот пятна. В принципе, можно было бы оставить просто беленький, вот такой, как он был. Лак, он все равно оттенок какой-то дает. Я два раза покрасил, первый раз впитал, а второй раз вот уже он начал какой-то блеск. Вот. Ну, вот такой топорик. Так. Попробуем, как он будет резать. Режет замечательно. Всем пока.